Недоступная школа. Ученики из отделения Акшоке Нуркенского сельского округа неделями не могут попасть в школу в соседнем селе. Например, во время буранов или сейчас в паводке. В чем причина и что по этому поводу думают власти, в сюжете Людмилы Бачкиной. Своей школы в отделении нет, там всего около 100 домов, поэтому примерно 35 учеников разных возрастов учатся в школе поселка Нуркен. Однако автобус за детьми не может проехать после буранов, потому что не чистится дорога, жалуются жители. Нет туда дороги и во время паводка из-за перелива. Детей жалко, толком не учатся. Сейчас Акшакы стоит на воде. В прошлом году с района на сход приехали несколько чиновников. Мы о проблеме рассказали. Нам сказали, что Акшакы на карте нет. Потом жители шум подняли. Почему? Раз на карте нет, кто нашу дорогу чистит? Кто нам поможет? Зимой в метель дети не учатся. Сейчас тоже не могут поехать в школу. В управлении образования области ответили, что жизнь детей дороже, поэтому если дороги нет, то отправлять автобус с учениками не рискуют. За очистку трасс отвечают местные власти, а они и вовсе проблемы не видят. Раньше эту дорогу чистила с района какая-то организация. В этом году все районные дороги отдали в частные руки. Нашу дорогу чистил предприниматель с Нуркена. Хорошо чистил зимой. Но были бураны один за другим, не смогли почистить. Но если зимой 15 дней дети не пошли в школу, я проблемы не вижу. На карте Акшакы есть. Аким Нуркенского сельского округа, видимо, вообще никаких проблем не видит. Ни тонущих домов, ни отсутствия дорог, ни того, что в его поселке два человека погибли в паводковых водах. Мы просили, чтобы нам технику выделили и щебень отсыпать возле реки. Несколько раз просили, хоть один КАМАЗ, а то в этом году опасно. 1 числа к нам в дом зашла вода. Нас эвакуировали. На следующий день мы вернулись, но боимся. Людмила Батюшкина, Жанайдар Ахимжанов, Владимир Иванюк, 5 канал.